prepare to fight. Так, ну что, ты снимаешь? Да. Посмотрим чуть-чуть за Булитоном, что он вообще делает. Да, я тоже на нем. Начал он с Хеви. Забирать не стал, пошел на Рокет сразу. Забирает желтый. А, он сразу Хеви забрал. Прощай. Да. Чё-то... Отвлекся. Представляешь? Да. Хорошую такую контрольку кушал. Сейчас у него отожмут хеви. Отож не стал набирать, решил пропушить. Я отдал мем. Сейчас хеви еще даст. Блин, я думал, Булитон сейчас еще и хеви заберет. Ну вообще должен, но он не успел. Должен был, не успел. Ну чувствуется, контаж по стрельбе сейчас сильнее стреляет. Контаж жесткий, кстати. А ты с ним играл? Да, я проиграл. Я понял. То есть у него, да, он стреляет хорошо. Контаж на полном контроле. Чего? Контаж на полном контроле, говорю. Все забрал, все съел, все поднял. Танцев не оставляют. Булит не понял, что поехал. Так, даже не оценил ракету. Контаж зажал его. Робот. Заяц. Неужели это камбэк? Да еще рано. Сейчас посмотрим. Слышит, где контаж находится. Булит. Слышит рейл. Тайминги нету. Есть ли буль? Сейчас появится хеви. Мег уже лежит. Рокет джамп надо делать. Хорошо. До подбора продамажил. Получил критический урон и умер. Тайминги должны быть. Через 5 секунд хеви появляется. Ой, хорошо. Контаж сделал руки джамп и поплатился за это. Его срон с шотганом. Драбиночками насквозь, плюс ультой. Но Булит, хочу сказать, Булит молодец, он считает. Шафт слабенький у Булита, так бы вообще, конечно, получилось так, что сам себя забрал. Контаж. Все равно, по таймингу пришел Булит на хеви, и, соответственно, был контаж за счет стайминга. Слышит, где контаж будет. И сейчас будет дракон за хил. Много, но получал контаж. Опять же, за звуков Булит что-то теряется, не может понять, где находится контаж. На полном контроле Булитон.
Итого 5 минут прошло. 4-3. Хорошо ложало. Stopwatch. Ну тут, конечно, буллет, если бы попал, убил бы. Таш и Канташ, если бы попал, пару пулек убил бы буллет. О боже, что это? Ракеты на точку зашли. Ну, Буллит, он очень молодец, молодец. На контроле все-таки камбэк. Нул. Ну, это 1600. Играет он прям уверенно. Ну, я смотрел его статистику, он стабильный 1600, как бы... Сомнительный выход в телепорт был, отдал мегу. И он на нее, соответственно, не успевает. Но может подрелить сейчас. Даже забрал мегу и начинает пресс. Сейчас драйв затеем. Чекает контаж респ и попадает рейл. Лифтона. Итого счет уже сравнялся 7-7. Хорошая турелька, больше, наверное, дамага нанесла. Канташ. Счет становится 8-7 в пользу Канташа. Все, наверное, буллетон поплыл, что-то получается. Не попадает. Рокет, как свое главное оружие, но с рокет хорошо попадает. Сближается. Ошибка. Wing out. 10 frags left. Ну это 1-0. Канташ по респам начал гонять. 1-7, минуты до конца. Конечно, камбэк возможен, но навряд ли здесь, в данной ситуации. Канташ не новичок, так сказать, чтобы отдать 4 фрага. 50 секунд. Обоюдный килл. Все это похоронный карт за этой карты. Канташ выиграл первую игру. Вторая у нас что, Авокин, да, вроде будет?
Да, по-моему, следующий Авокин. Да, показал хороший, достойный бит. Не заладилась вторая половина у Булитона, но первую половину отыграл очень хорошо. Даже там за 4 минуты или за 5 до конца он вел. Плохие, по-моему, 4-3 фрага было. Так, у нас сейчас будет Авок, Дум, Виза. Ну и если дойдет до ДМ6, это будет Бласкович против Икс. Бласкович на ДМ6, по-моему, как-то... Ну, смотря как играть еще же. Если в узких проходах ловить теми же шафтами. Даже не в узких, а на джампадиках. Оппоненты пишут реди. Поехали. To fight. Так, Анташ у нас играет на визоре, Булитон на... Раунд начинается. 3, 2, посмотрим пока 1. Первую половину на Булитоне, что он сможет показать. Булитон забрал мегу, потом пошел на трибол, стандартная разыгровка, шафт и желтый. Сейчас Булитон хочет забрать роки. Двигается на мега хилс. Слышит, где Канташ. Канташ тоже понимает, где будет он. Драка за мега хилс. И он ее отдает. Ох, у обоих очень мало жизней. Эх. Немножко не повезло Булитону добить Канташ успел и прифайер выстрелит трейлганом. Тайминг на... Ну может, нужно добивать. Не, можно добивать. Хорошо, счет сравнялся. Сейчас забрать хеви и дальше пойти пропушить оппонента. Поднимает трейл. Слышит оба оппонента друг друга и разбегаются. Булитон мог немножко поагрессивнее сыграть, хотя бы рельчик какой-нибудь пропихнуть. Молодец, подбирает желтенький, чтобы не досталось Канташ. Потряс Булитон, нервничает. Но это читаемо было. Дамага, много дамага он получил, но вот этот мув с джампадом был не особо оправдан.
потому что если бы Булитона был шап немножко получше, контакт бы на этом джампаде остался. Сейчас на полном контроле Булитон. Размен плохой очень для Булитона. Плюс отдал мяч. И весь контроль потерял. Плохо пострелял. Ну вот, опыт и лучший АИМ дает и начинает давать о себе знать. Контаж себя уверенно чувствую. Но Булит считать не перестает. Вот он отжал по таймингу Хэви. И это хорошо, что он не забрал ее контакт. Подлов на Rocket Launcher. И, соответственно, получается фраг. Летит контаж, видит свой оппонент и хочет подрейлить. Ой, хорошо получается у Булитона отстреляться. Можно было, кстати, его и подпушить сейчас контажа. Что и делает Булитон, но получает критический урон. Счет уже 8-2. Контаж доминирует на карте. Ничего не может сейчас поставить Булитон. Огневую мощь контаж. Контаж на полном контроле. Ох. Молодец. На плюсбеке ничего не попадает, Булит он просто за ним бежит, включает ульту и кулаками разбивает лицо. Бокс. Было круто. Просто пробоксировал. Ну почти, да, вот у Булитона бы немножечко более точная стрельба, если бы была, то, может быть, шансы были бы немножко более равные, мне кажется. Конечно. Шафты были бы очень даже на его стороне, мне кажется. Контроль у него есть. Стрельба немножко. Вот сейчас же можно Хеви забрать и пойти дожать. Хорошо. Дожал. Да, Булитон молодец. Пошло. Там мега появилась. Забрал мегу и идет Хеви через рейл. Решил забрать желтенький. Потому что есть тайминг Хеви и решил не спешить. Слышит он, где находится контаж. Один желтенький только контаж оставляет. Фулл контроль уже хорошо встречает Булитон. Неужели это камбэк? Все возможно, неплохо. У него сейчас фулл контроль, главное стрелять теперь хорошо. Ох, хорошо попадает. Ой, пора добивать. Ракет. Плюс бейкет. Катаж отстреливается неплохо. Yeah.
Давай, ну дробовик надо взять и добить. Ну хорошо, шафт хоть дал. Добил. Все, сейчас. Каташ остается без желтеньких, красненьких и мег. Смотри. Это похоже на камбэк. 10-7, конечно, камбэк. Ну вот шафт, шафт, видишь, хромает. Конечно, да. Килл должен был делать. Но Канташ выходит с телепорта и просто сжигает. Опять, да, та же ситуация. Шафт не выкидываешь. Да. Еще 12-7. Ну, такое, конечно, промечу. Будет он зачем тут нажал. Неоправданно. Да, Булитон, конечно, битву на шафте проигрывает сильно. А, ну, Кантаж показывает шафт у нас 44% против 23 Булитона. И будет он каким-то чудом выживает и остается собирать аптечки, выполнять свой стек, которого кругом все поедено Канташ, все желтенькие. Без шанс, как по учебнику Рел, дробовик, мега хел, Рел, дробовик. Ух, хорошо сейчас пострелял Булитон и добивает Канташа. Счет становится 8-16, но это сразу уже ничего не решит. GGS, и мы что? Мы поздравляем нашего первого победителя. Diamond Cup number one. Первый победитель турнамента Diamond 2000.